Христос об этом сказал с полной ясностью и очевидностью. Но мы, к сожалению, это покрыли каким-то туманом. Смысл жизни человеческой состоит в том, чтобы достичь того блага, к которому он был предназначен в самом творении. Это благо заключается в единении, духовном единении с Богом, который есть любовь. Скажите, какая величайшая ценность, выше которой ничего нет? Ни богатства, ни слава, ни честь, ни даже эти удовольствия, потому что все они, чем кончаются? Вот она, является смерть. Какое величайшее благо? Ответ, конечно, любовь.